Нам понравилось. Нам показалось, что та лирическая героиня, заявленная вроде бы в рамках такой почти традиционной стилизации, эти рамки прорывает, оживает, и вообще такая, как показалось одной из ведущих нашей мастерской Зине, пристала вообще такая довольно симпатичная и живая. Видимо, это эффект вот такого летнего дня. Что же касается другого ведущего, то он просто от этой лирической героини без ума. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Я вам спою песню, которая называется «Простенько, ромашка». Ой, да не мне судьбу прогадывать, любит, не любит. Лепестки не мне разбрасывать. Ветер раздует, я ромашку солнце окую, да приложу поближе к локону, босиком по полю колкому, ноженьки ладно. Хочется за ромашковым пророчеством, догоняй меня, коли хочется, мой ненаглядный. Не пойду я в лес с девчатами, ноженьки босые. Юлия Студенова из города Обнинск.